Сегодня у Гомельским облвыканкаме прошли перамовы с представниками славянской компании «Рыком». На сусветном рынке она ведомая реализация проекта у сферы энергетики, будовництва, легкого и грузового автомобилебудования и экологии. При этом компания оказывает содействие у протягивания незамежных инвестиций на выходных для заказчика умовах. За 7 месяцев этого года товарооборот Гомельской области с Республикой Словения склал больше как 1 850 000 долларов, что на 4% больше аналогичного летошнего периода. Партнеры у этой краине имеют такие предприемства, как БМЗ, Беларуснафта, Светлогорский волокно, Светлогорский целлюлозно-кордонный комбинат и Гомельский химичный завод. Разом с тем, удельная вага Словении у агульном товарообороте Гомельской области складая усяго 0,05%. Проведенная сегодня сустреча накирована на поширение супрацовництва. У приватности размова идея об реализации проектов по перапрацовце отходов, у тымлику токсичных, будовництве мостов и электричных подстанций, а так само так званых разумных складов. Такий проект компания «Рыком» уже реализовала совместно с белорусской компанией «Санта Бремар», который дает возможность «Санта Бремар» от получения продукции до поставки продукции у разные ячейки и ведение, значит, учет, правильный учет и задачу, значит, под накладную, что нужно в первую очередь грузить, разгружать склады. Мы имеем 8 направлений. Одно из главных направлений – это металлообработка под ключ, значит, технологию и строительство полностью заводы. Второе направление – это энергетика, которой мы очень плотно работаем.